Анастасия Межинская врачом-терапевтом Алексеевской центральной районной больницы работает менее полугода. Родом из села неподалеку. О региональной программе узнала, когда заканчивала 6-й курс. Признается, когда был снят квартирный вопрос, словно упала гора с плеч. Я вернулась работать на родину и очень рада, что мне помогли с служебным жильем. Это позволяет думать о работе, а не думать о том, что нужно как-то обеспечить себе место, где нужно проживать в будущем. Молодым врачам не стоит думать и необходимые обстановки жилища. Диван, шкаф, холодильник, плита. Квартиры сданы под ключ. В них можно жить со дня их получения. Все новое, все очень хороший ремонт, я считаю, качественный. Комната большая, кухня большая, все просторно, жить и радоваться. Сейчас жилье считается служебным. Через 10 лет работы врачи смогут его приватизировать. Елена Свинарева, соседка и коллега Анастасии, тоже сразу после института вернулась работать на родину. И была приятно удивлена возможностью получить серьезную поддержку региона. Помнит первый миг, когда зашла в квартиру. Первое чувство, наверное, было это любопытство. То есть было интересно посмотреть, что у нас здесь есть, что нужно будет еще обустраивать. Поэтому вот так. Конечно, была радость, потому что приятно удивило меня все увиденное. Это было достаточно достойно, и поэтому все понравилось. Работает Елена в селе Щербаково. В 10 километрах от города добирается на служебной машине. Отрадно, что микрорайон, где она получила квартиру, окраина Алексеевки, как раз направление места работы. Доезжать получается без пробок. Минимум за 20 минут. В стандартной обстановке доктор первым делом добавила рабочий стол. Дальше приобретет кровать и кухонный гарнитур. Одним словом, вживается. В Алексеевке уже 4 медика получили такое жилье. 2 врача-терапевта, специалист УЗИ и гастроэнтеролог. У врача, конечно, призвание, я считаю, всегда на первом месте. Но когда еще к призванию вот такое серьезная материальная помощь в лице нашей власти, да, в первую очередь губернатора, муниципальной власти, то, конечно, это, в общем-то, серьезная поддержка, и вот результат налицо. Мы планируем еще по этой программе привлечь 5 специалистов на следующий год. Я думаю, мы сделаем. А так мы потребность определяем, как 32 специалиста нам нужны. Мы ее просматриваем, в том числе укомплектование за счет студентов, которые обучаются по целевым программам. Программа предоставления жилья рассчитана до 2025 года. За это время планируется привлечь в регион самые необходимые кадры. Всего в регионе сейчас работает без малого 90 медиков. До 30 марта закончится процесс трудоустройства 10 специалистов. Еще 11 человек дали согласие на работу. Идет процедура согласования. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.